Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и сегодня мы с Гошей приехали в деревню Дрюнчика. Чё ты там в багажнике делаешь? У меня это, футболку зажало. А, да подожди, давай вот так вот, давай радикально решим эту проблему. Вот так вот лучше. Короче, ребят, да, сегодня мы приехали с Гошей для того, чтобы слегка потроллить Андрея. Он не знает о том, что мы вообще приехали сюда. Ё-моё, у него, посмотри, что у него с домом, видишь? Вот рухлядь старая, не умеет убирать. Ладно, пойдем к Андрею, пойдем. Сейчас, так сказать, как снег на голову. Здорово, Андрей! Хоп! Ой, ребятки, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Макаров, это ты, я твой фанат. Распишись мне на груди. И Гоша тут. Да, короче, мы решили к тебе приехать, знаешь, просто давно не виделись. Вот Гоша приезжает ко мне в деревню, говорит, слушай. А у меня, кстати, всегда вопрос был, почему у Гоши такой, как бы, цвет кожи, как будто у него ожог на все лицо. Меня просто в детстве в печку кинули. А, короче, Андрей, ну что, пойдем чаек попьем? Ай, блин, слушай, Пикси, на самом деле, не могу, к сожалению. В смысле? Ну мы приехали к тебе, что-то у нас даже чай не напоишь. Андрей, в смысле? Мы нафиг дверь вынесли, вы чё? Я у Рома-то возьму пока что. Ну, давай мы еще одну вынесем. Нет, Андрей, на самом деле, мы приехали, чё ты такой, ты чё, занят сегодня? Да я понимаю, да, но у меня сегодня столько дел просто, меня мэр очень много работы загрузил, короче, вообще не вариант, ребят, вы не вовремя, давайте, уходите. А чё за работа у тебя? Да куча дел. Вот видели, у меня стена разваливается, мне надо ее заменить. Потом грядки убрать надо. Потом еще что-то у мэра какая-то новая система, там росписи, мне надо пойти к ним документы разбирать. А, короче, слушай, так можешь тебе помочь? Чем? Ну втроем-то быстрее уберем. Короче, давай, ты тебя на грядки, ну да, пойдем. Кстати, а это хорошая идея, да. Пойдем на грядки, Андрей. Так, ну значит, дело первое, мне надо как-то починить здесь вот это. Да починим, все нормально. Давай сначала грядки уберем. Гош, ты тогда. А, ты сейчас с нами или прогуляешься? Не, я ша это по делам отойду помаленьку. А куда он? Да я не знаю. Ты куда, Вов? Так мы же втроем хотели. Подожди. А, да неважно, мне надо в парашу. А, в туалетик, ну ладно. Короче, Андрей, давай тогда медленно, но уверенно. Я с левой, ты с правой стороны. Давай я буду убирать только морковку, окей, а ты только картошку. Окей. Да, моя морковка, моя! Окей, ладно. Давай так, все, погнали. Меньше, так сказать, воды, больше, как говорится, ерунды. Травы, да. А ты вообще скажи, ой, тут что-то поломано. Ты вообще скажи, а что там у вас там мэр, ты говоришь, загрузил тебя? Мэр что загрузил? Ну, а, да. Мэр. Кстати, я уже все убрал. А, ну так и засадить. А, надо засадить, да, точно. Сейчас у меня просто семена в доме были. Сейчас, секундочку. Давай. Секундочку. Так, а что у вас, это, говоришь, новая система? Какие-то росписи, шмотписи? А, что говоришь? Да, я говорю, что за система у вас с росписями? А, давайте, система, помогу. Да. Какая-то странная система. Если ты фермер, тебе надо за каждое семя расписаться, за каждый урожай расписаться. Короче, чтобы... Не знаю, зачем он это вел, чтобы контролировать, наверное. А, то есть, типа, после работы тебе к мэру нужно идти? Да, после работы к мэру надо. А, ну так пойдем. О, Гош, ты тут? Ты чё? Какое облегчение. Пойдем, короче, пойдем, Андрей. К мэру, правильно? Да, к мэру. Так, ну окей, проходите вперед, Андрей. Давай, так, кстати, давай. Не знаю, я тогда на улице тебе подожду или с тобой зайти? Да погоди, наверное, на улице. Ну окей, хорошо, мэру привет передавай от меня. Давай. Так, вот. Здравствуйте. Гоша, ты чё, не сделал ловушку? Сделал, черт его знает, как он прошел. Так, подожди. Так, где расписаться? Ага. Вот, Андрей, иди сюда, быстрее, на выход. Чё? Андрей! Я тоже, короче... Ребята, что за ерунда, я не понял. Гоша, вытаскивай нас отсюда, быстрее. Что, кого, зачем, кого? Подожди. За приколы? Что за бред, блин? Да в параше был, это не я. Подожди, чего? Андрей, ребята, ты? Это что, вы меня троллите? Это ты нас троллишь, я тоже упал. Да пошли вы знаете куда, не нафиг мне нужны троллил, чтобы я вас, все, я с вами не общаюсь. Мальчик, иди в жопу отсюда. В смысле, да Андрей, подожди, это реально, подожди, ну Гоша был в туалете, правильно? Правильно. Параша, да правильно. Кто его знает, может быть он не в туалете. Да смысл ему врать, он же не ролики сейчас не записывает, тебе ничего. Тебе видео показать? Да. А я был с тобой все это время, как я мог тебя затроллить? А где пруфы? А пруф это где пруф? Пруф, пойдем, я тебе покажу пруф еще. Пойдем туда, зайдем в гадоник, я тебе точно покажу. Такой пруф. Короче, Андрей, на самом деле это реально не мы. Что там тебе за следующее задание, ты говорил? Я пойду тогда дом мэра пока починю. А вы там что там? Ты говорил, стену надо починить? Ну ладно, фиг с вами. Так, ну да, стенку починить надо, стенку. Ладно, я помогу. Гош, помоги тогда, я быстро дом мэра починю. Смотри, мы с тобой вот эту стену разбираем. Они-то пока говорят, давайте подальше отойду, чтобы их было не слышно. Мы все заранее с Гошей продумали, все, естественно, было по плану. И сейчас я, конечно же, якобы чиню дом мэра. Но на самом деле, ребята, я должен сейчас...
написать так. Мне нужна вода. Мне нужна не настоящая вода. Так, где же эта фальшивая вода? Вот, ведро фальшивой воды. И сейчас, ребята, когда Андрей непосредственно, вот они там меняют стену, так нужно как-нибудь аккуратненько, чтобы они меня не заметили, Гоша в определенный момент должен будет поджечь непосредственно, ребятки, дом Андрея, чтобы Андрей побежал за водой, а здесь его будет ждать, ну, так сказать, немножко не вода. Так, теперь мы это все дело отсюда убираем. Так, устанавливаем сюда какой-нибудь булыжничек и удаляем это все отсюда благополучным, ребята, образом. Ой, что-то я лишнюю стенку, мне кажется, захватил. Быстренько все нужно восстановить. Так. И вот отличненько поднимаемся. И можно уже здесь потихонечку разливать. Андрей, слышь, подай там палку. Палка упала там большая. А, такая. Палка, сейчас. Да, палка. Так, проверим, все ли работает. Ребята, все работает. Андрей! Ты что наделал? Ты что, дурак, что ли? Уходим. Я там доски разбирал, кнопку. Да какие тут доски? Вода, беги за водой. Какая? Где вода? Ты что? Да в колодце, Господи. Маскируемся. Так, какого и теперь ждем реакции, Андрея, так... ждем реакции. Господи, Гоша! Гоша! Ты что такое? Что у них там? О, Андрей сгорел? Опа, так, тихо, нужно теперь вернуться. О, Андрей, ты что там делаешь? Андрей, суицид не выход. Я не мой, ребята, это что за шутки? Какие шутки? Что у вас там вообще происходит? Я вот дом мэра починил. Да какой дом мэра починил? Я сброшусь отсюда. Андрей, у тебя дом горит. Так нужно быстро. Тушим. Погодите, у меня где-то огнетушитель был. Да я руками все, я машина, я руками все потушу. Вы что тут устроили? Вы же просто дом чинили. Слышишь, ну понимаешь, я, значит, стену разбираю. Смотрю, какая-то кнопочка. Ну я нажал, знаешь, ну люблю нажимать. И как бы все, горело все. Короче, я не знаю, что с водой у тебя было, Андрей? Перепил. Ты в колодец упал, правильно я понял? Да, короче, прикинь, я иду такой, вот, думаю, сейчас водички-то как наберу и домик-то свой потушу, вот, иду сюда, падаю и сгораю. А почему я сейчас не сгораю? Да, Андрей, подожди, Андрей, ты что, реально троллишь нас? Я понять не могу, тебе весело? Да какой тролль, нафиг мне ваш троллинг нужен? У меня вообще дел сегодня куча, ребята, вот вы приехали, и сразу какая-то ерунда началась. Слушай, странно, какие тебе еще грядки нужно было убрать? Грядки, по-моему, пойдемте, вот там пойдемте все втроем тогда, чтобы ты не думал, что мы тебя троллим, я не знаю. Лично мой огородик, вот этот вот. Так, ну давай, короче, мы по периметру тогда станем, будем просто рядом с тобой стоять, окей? Да. Давайте. Ну то вы только помогите мне убрать-то. А, так, ну и что, ну рассказывай, ну ладно уже, пойдем тогда на следующие грядки. Да зачем мы их не убрали? А, ну тогда рассказывай, что там вообще, как у тебя дела, как настроение? Как с посадками? Какое настроение, какие посадки? Ну просто расскажи что-нибудь, мы просто не будем же мешать, у нас же плодов нету. Держите. Ну, да зачем? Ладно, руки пачкать лишний раз. Ты рассказывай. В смысле? А это у тебя что за сорт морковки, кстати? А, это у меня высококачественная зернистая осетринная морковка. А, давай мы, короче, Гоша, иди сюда, давай отойдем, Андрей сейчас будет засаживать эту сторону. И за сколько брал? Брал, да слушай, она, по-моему, кстати, дорогая. Она, по-моему, стоит изумруда 3, что ли, за штуку. Короче, очень дорогая. Сорт моркови. Вот, я лично себе... Чё за... Чё-то я не понял. Ребят, вы где? Смотрите, сейчас посмотрю, как он нас искать будет. Мы с Гошей все это продумали, ребят. Очень смешно получается пока. В шахту, что ли, ушли? Не понимают вообще, что происходит. Чё за... Эй, ау! Так, а теперь давайте сейчас Андрей куда-нибудь бежит, а мы тут, короче, с Гошей. Так, Гоша, алло, так, сейчас ему скажу. Гоша, да я Андрея сейчас у себя замутил. Иди на грядки, сейчас тут молоко выпьем и скажем, куда Андрей пропал. Иди, давай, я тебя тут жду. На какой гравий? Да на те грядки, где мы с Андреем тогда в невидимость вошли. Давай, я там жду, пока у нас там ищет, что-то возле дома трется. Давай быстрее, давай, быстрее, просто будем тут стоять, как памятники, ждать его. Все, ждем, просто стоим, ждем, пока придет. Андрей, ребята, ты где был? Вы где были-то? Да Андрей, тут все время стояли, ты слушай, куда-то... Ты сказал... В смысле вы тут стояли? Растил. Я вот сюда пошел, посмотрел в шахте, пришел назад, обогнул да дом. Да ты стоял на месте, потом как будто бы у тебя интернет вылетел, ты пропал. Странно, как у меня интернет хороший, дорогой, 95 тысяч стоит. Понятно, ничего, ты миллионер. У тебя папа депутат, что ли? 95 тысяч копеек, я хотел сказать. Понятно, слушай, Андрей, мы, наверное, поедем из твоей деревни от греха подальше, что-то у тебя какой-то бред происходит. Да это бред какой-то, ребята, да, вы что, патергейстов с собой принесли? Да ничего мы не приносили, мы просто приехали помочь другу, а тут по ним... Это что такое? Ой, это что такое, я не понял? Цветок помог. Это что такое, я не понял? В смысле, да о чем, Андрей?
Вы чё? Ты чё, Андрей? А ну-ка иди сюда! Чё а ну иди ты сюда! Ты чё делаешь? Андрей, чё случилось-то? Вы чё, офигели троллить меня, да? Чего ты это взял вообще? То есть вот это вот тут, когда я вас искал, вы всё-таки в невидимость ушли, да? Признавайтесь, я знаю, что это вы были. Ну да, и что дальше? Ну ничего, всё, молодец, сознался. Ну и всё, но ты же не обижаешься? Да, кстати, Андрей, я хотел тебе сказать по секрету всему... Ты ещё дрянь. Ну, ничего? Короче, это мы тебя весь день сегодня троллили. Это по секрету ты мне хотел сказать? Да, по секрету никому не рассказывай. Ах ты ж дрянь, ах ты ж. Слушай, вот это вот сейчас... Вот сегодня троллинг такой, знаешь, был какой-то очень не кстати, я тебе скажу, пиксель. Но мы тебе сейчас все поможем сделать за кадром, ты не переживай. Зато ролик, как обычно тебе скажу. Зато, Андрей, ролик крутой. Все ради подписчиков. Какой ролик? Ты снимал? Конечно, я снимал. Я видео... Вова, не надо, Гоша, остановись. Нет, Гоша, стой. Вова, ты что творишь? Нет, Гоша, это лишнее. Ладно, ребят, короче, пойду останавливать Гошу, потому что если я сейчас не ворвусь, так сказать, на бит, то все пойдет, ребята, под откос. Нужно будет сейчас помочь Андрею все восстановить, решить все его проблемы. А вы пока что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось, а также нажимайте на колокольчик, если хотите получать уведомления о выходе новых роликов, которые на канале выходят каждый день в 17:00 по московскому времени. Всем удачи, ребят, большое спасибо за просмотр и пока-пока.